Всем привет! Сейчас вы увидите обзор мода Pixel Sandbox. Это первое видео такого формата и надеюсь оно вам понравится. Этот песок будет падать из любого блока, чем бы он ни был. По этому песку можно ходить, подниматься, опускаться на каждом его пикселе. Каждый раз, когда вы выходите из игры, этот песок сохраняется. А когда снова заходите в мир, то все эти горы остаются на месте. После очень долгого выживания в этом мире у вас насобирается очень много песка. Если вы его захотите собрать, то вы сможете сделать это одним из этих пылесосов. Чем больше у вас прогресс в мире, тем лучше пылесос вы сможете себе позволить. Деревянный пылесос крафтится просто из 10 древесин. Второй пылесос делается на верстаке из 3 железных или свинцовых слитков, 10 блоков песка и 1 мешка с песком. Третий пылесос делается на верстаке из 15 костей, 15 споров джунглей, 15 образцев ткани или 15 теневых чешуниц и 1 мешка с песком. Для чистки он открывает фиолетовый портал, после закрытия которого он выбрасывает фиолетовый раздражающий порох. Четвертый создается на верстаке из 1 светляка, 15 осколков кристалла, 15 святой руды и 1 мешка с песком. И самый крутой очиститель альфа делается на странной песчаной фигуре из 999 мешка с песков, столько же песчаных блоков и 3 люминитовых слитков. Но этот пылесос не может собирать мешки с песком. Чтобы забрать мешки с песком из пылесоса, по ним надо нажать правой кнопкой мыши. Потом эти мешки с песком вы можете разбрасывать, совмещать с бомбами и делать песчаные бомбы. Или переработать в обогатители. Вот какой лут мне выпал из обогатителя. И как вы видите, с каким-то шансом может выпасть странная песчаная фигура, которая нужна для очистителя альфа. Если с этим модом после ремонта у вас осталось много песка, который неудобно убирать пылесосом, то из обычных бомб можете сделать антипесчаные бомбы, которые будут уничтожать весь этот песок. Также в этом моде есть том, который можно достать только читами, и он выпускает лучи, которые тянет за собой песок. В мультиплеере этот мод работает очень хорошо, так что если ваш друг вас разозлит, то вы можете прийти к нему домой и очень много намусорить. Это был весь обзор, так что ставьте лайки и подписывайтесь. Если под этим видео будет очень хороший актив, то я буду рад продолжать эту рубрику. Всем пока!